Сегодня мы участвуем в пейнтбольной битве. Это подарок от наших девочек. Мы здесь. Вон. Целый час мы сейчас будем бегать и стрелять. Лучше, как твои впечатления? Тут нужно выдохнуть, так что она не вспотеет. Нам нужна общая фотка всей команды. Аленчик вообще выглядит. Отряд Беляковых. У девочек всегда двойная защита. Привыкай, лучик, это правда жизни. Лучше, Калинчик, давайте встаньте, я вас фоткаю. Тихо, и селфи. А мы идем разделиться, чтобы мы были втроем. Против четырех неинтересно. Надо... Нет. Это вообще будет кошмар. Честно, у меня папа в таком гараже. Но у нас тут еще целый блок работы, пока мы будем бегать. За мангалом не выйдет. Да, и менять штатное расписание. Здесь уже мяско, мяско. Фантастика. Какой запах стоит. Класс. Лучик? Настюшки не летай! Лучик? Давайте все! Прости, наша я непонятно, улыбаюсь или... Куда я не важно. Куда я улыбаюсь? Игроки. Да, что, где? Я так и понял. Ну вставайте, чего вы? Давай, убирайте. На фоне этой беседки они как строительные. Вадим Александрович, давайте смести. Строители, ребята. Сейчас мы еще девочки крова подмотаем. Мы просто перестреляем друг друга. Так задумываем. Самый нет, ты уже дальше. Самый крутой. 29. Вы самый большой, да, Лёша? Конечно, ага. У меня самый большой. 8. А варик есть перчатки? Нет. Все. И никогда не давал их. А купить можно? Давай. Нет, у нас их нет. Не даем мы их. Ой, там что-то делают.
ощущение. Жарко в маске, наверное, да? Нормально? В общем, я так понял, стрелять надо вот сюда. Желательно, правильно? Желательно. Короче, если особенно ты расстояние там 4 метров, то только сюда. Я предлагаю на расстоянии 4 метров вообще не стрелять. Я предлагаю, да. 15. Ближний бой не ведем. В рукопашку. В рукопашку не выходим. Ну, Лучезар уже с шариками. Отпусти меня домой. У меня вопрос по регламенту. Мы каждый против себя играет? Нет, по команде. Лучше колено, давайте я расходку. Куда, встаньте чуть-чуть дальше. По повадке. Слава богу, пока еще. Будет синяк, проиграл. Будет синяк на ляхе. Лучше. А предохранитель где? Вот здесь. А, да, но это все на поле. Скажусь, я понял. Все заправились? Нет. Да. Так, точно. Спасибо. Все. У меня не такая маска, у меня нет этих штучек. А, я ими тоже не пользуюсь. Крещеный, не крещеный, я думаю, как. Я знаю, это все. Да? Да. Нет, не, нормально, я вас не пугаю, да, уже все хорошо, нет, правда. Если немножко будет, то да, это сыграет хорошо. Ой, иностранно. Вот это да! Вот это круто!